Я буду раздавать, я дежурить. Да. Так, где наши коллеги? Это ваши проблемы. А мы остаемся здесь. А вот остаетесь здесь, идете. Берите, возьмите. Может, ты поговоришь с ними? Хорошо. И сам электронный адрес Коли. Мы создали Коли там почту эту. Ну, я видел, что Коли написано. Это Оля Олеговна? Нет, Ремезель. Мальчишки, возьмите там. У нас мальчишки. Спасибо большое. На здоровье. Спасибо. Фактическая акция. Мы не смотрим документы. А спрашиваем, как у вас самочувствие в жару? Хорошо, работает. Работает, но чтобы было еще лучше, мы фактически вам вручаем водичку, напоминаем, как нужно вести себя, что делать, чтобы не стать жертвой жары. Всего доброго, счастливого здоровья, до свидания. Добрый день. Жарко? Да? Да, действительно, эту неделю ожидается такая погода и далее. Ознакомьтесь с основными правилами безопасности, потому что во время жары очень многие люди именно по незнанию собственного попадают в чрезвычайные ситуации, именно которые связаны с жаркой погодой. Здесь основные правила безопасности указаны. И помните, если что-то случается, вы можете всегда звонить по телефону 101, не просто 13, телефон службы спасения. Вот. Ну и для того, чтобы вы себя лучше чувствовали, нам спасибо. Удачи. Мы проводим акцию вместе с Красным Крестом и госавтоинспекцией, направленную на профилактику происшествий во время жары. Вот. Вы сами знаете, что жаркая погода может принести немало бед. Вам любому человеку, когда особенно жарко и мешается самочувствие, надо пить как можно больше водички. Вот. Поэтому соблюдайте основные правила безопасности, пейте чистую питьевую воду. Помните о своем здоровье. Если что-то произойдет, всегда можете звонить на 101. Телефон службы спасения, мы вам поможем. Спасибо большое. Мы у вас гости, поэтому рады. Так, может быть, а вы откуда? Вы из России? Мы из России, но уже как бы люди очень доброжелательные, отзывчивые. Если даже что-то спросишь, так они еще доведут и покажут, где это. Все очень так и должно быть, на наш взгляд, правильно? Водичку? Да, ваше внимание. Это основное правило поведения при высоких температурах. Спасибо большое. И обильно пить воду. Спасибо. Пейте воду, будьте здоровы.